Привет, друзья! Меня зовут Богдан, и мы заканчиваем курс по изучению C-Sharp ленте. Благодаря этому курсу вы познакомились с основами создания игр на Unity, написания скриптов, функциями, а в конце у нас даже получилась какая-то игра. В этом курсе я дал вам базовые понятия, благодаря которым вы уже можете создать свою игру. Для продолжения изучения вы должны уже больше практиковаться в Unity и создавать свою игру. Чтобы вам было более понятно, в дальнейшем будет курс, который будет уже посвящен созданию игры уже на практике. Надеюсь, вам понравился этот курс. Если это да, можете поставить лайк. А на этом все. Вот это нового курса. Всем удачи, всем пока.